Дорожно-транспортное происшествие, больше похожее на сюжет из голливудского боевика, произошло этой ночью в Кондопоге. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На пересечении улиц Бумажников и Новокирпичный автомобиль, за которым гнались две машины ДПС, при совершении левого поворота не справился с управлением и врезался в отбойный бордюр. От столкновения автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся. Сотрудники ДПС извлекли водителя из машины и оказали первую медицинскую помощь. У него взяли анализ на наличие алкоголя в крови, сообщает ГИБДД.